сюда попросить кубик. Вот, да, так и есть. Шановні, доброго дня, зі святом вам. Здравствуйте. Хороший Яку дали? Не думаю, нагадав, так? Ну, так. Пішли вам 64. Коли я воєнкому сказав, що ми тоді 64, він сказав, ні, може, ти думаєш, о чому ти говориш? 64-й. Треба проходити. Вездеход, і ти таблетку вправиш. Ти що, з ума зійшов? А тепер дивись, можна жити по ставку? Чи лучше під кустом? По-другому не так. Шини всі на тасолі, можна не смотреть. Ваше впечатление от проезда? Значит, сегодня праздник. Да. Мы говорили с самого утра. Сегодня праздник соборности нашей державы. Мы постоянно говорили, что можно сделать все. Я говорил сегодня утром, что можно детей в школе учить, в детском саду можно учить, в институте детей можно учить, в университете можно ходить выполнять план, можно развивать экономику. Но нельзя забыть одно, что мы все на этой земле хотим, чтобы наша держава была сильная и непобедимая. Мы не должны забыть, что солдаты, они, воины сегодня погибают. Мы должны, как народ, как экономика, дать нашим солдатам, нашим военным, значит, технику, которая могла бы их перевозить, сохранить и дать возможность воевать сегодня на востоке страны. Я когда увидел позавчера, я отправлял 79-ю бригаду ночью, горячую точку, это было 5 часов утра, я увидел этих молодых парней в возрасте 21, 22, 25, 30 лет. Они едут на войну, как на свадьбу, улыбаются, смеются, шутят. И когда я задаю вопрос, вы куда? Мы идем защищать нашу родину. Мы, Николай Павлович, идем защищать нашу родину. Поэтому с такими людьми, с такой молодежью построить независимую Украину, это не то, что необходимо, это счастье.